Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о заточных станках. Вот я, значит, приобрел очередной заточной станок, но прежде чем открыть, это значит, посмотреть этот заточной станок, мы посмотрим тот ряд, который у нас наблюдается, который есть в наличии, как они работают и вообще, какой приобретать, побольше станок, поменьше. Ну, конечно же, это, как говорится, каждый выбирает для себя. Но можно сделать определенные выводы, значит, посмотрев на эти станки. Ну, значит, первый вот такой станочек, он самый маленький, наверное. Вот такой заточной станок вот такого плана. ЭЗС-65МФ. Ну, значит, тут он с насадочками идет. Вот с насадочками идет. Ну, так можно сказать, что станочек неплохой, неплохой, бесшовный. Очень хорошо его использовать чисто, значит, в домашних условиях, для того, чтобы, ну, будем говорить, что так, ножичек позаточить, там еще что-то по мелочи. Вот-вот он работает, но можно, конечно, его закрепить, но вот для заточки ножей. Вот таким образом, значит, ножи поправляются. Ну, что можно сказать, что неплохой станочек, очень маленький. Но что-то, значит, более серьезное, ну, грубо говоря, что-то типа вот такое, зубило такого плана уже, соответственно, не заточишь. Или, допустим, ну, стамеску можно маленькую поправить. Здесь, кстати, нужно сказать, что вот насадочки, видите, вот для сверел насадочки есть, для стамесок насадочки есть. Ну, неплохой, неплохой, можно пользоваться, ну, как, будем говорить, что для мелких вещей, для мелких вещей. Вот, значит, такого плана, значит, станочек, тоже заточной станочек, тоже приобрел, чем, значит, он лично мне нравится, значит, но очень удобный, удобно, особенно, допустим, он в переноске легкий, где-то там работаешь, перенес его на месте, тоже можно сказать, что бесшумный. Вот включили его, видите, вот, ну, уже здесь работали на нем, тоже очень удобно, что поправлять ножи, очень хорошо, значит, нож можно поточить. Можно поточить где-то какую-то отверточку. Отверточку, вот видите, можно поправить. Неплохо. Но что-то, значит, более большое. Ну, топор, можно и топор, конечно, поточить. Но все же камни небольшие, камни небольшие. Ну, хотя можно тоже, видите, вот. Вот. Можно. Но этим топор уже, как говорится, видал и видал, значит, и больше лед откалываем возле дома, но тем не менее. Ну вот, тоже неплохой, но как недостаток, что маломощный, маломощный станок. Вот он у меня уже где-то года два, наверное, ну, не жалуюсь на него, нормально работает. Вот, значит, вот здесь дальше, значит, подошли к ветерану. Ветерану. Этот станок у меня уже заточной, ну, если так посчитать, ну, лет 25-30. Самый первый, безотказный, уже, значит, я поменял не один камень на нем. Ну, посмотрим, запустим. Вот видите, а, не запустили еще. Вот запустили. Неплохой станок, но как недостаток его, выключим. Как недостаток его, что камни небольшие. Ну и в данном случае, вот на этом личном станке, значит, что? Камни уже надо менять. Когда надо менять, ну, будем говорить, что ветеран, лет 25-30 работает, еще и поработает, но, тем не менее, значит, давно собирался, как говорится, приобрести станок, где камни побольше. Вот, долго думал, вроде станки есть, там еще в гараже один станочек у меня такой есть, небольшой. Ну, вот так вот, все же собрался, тем более сейчас у нас станков много, всевозможных. Вот сейчас откроем, посмотрим. Я его еще не испытывал. Не испытывал. Посмотрим, что он оправдает надежды или нет. Ну, еще хотелось бы, чтобы, допустим, не только топорики там, допустим, зубило, стамеску. Может, где-то и тяпочку поправить, и все. Потому что до этого я в основном тяпки точил болгаркой. А так, если его закрепить где-то, ну, еще мы и не достанем. Вот он. Упаковочка стоит. Ну так, на вид-то вроде бы ничего. Здесь еще винтики какие-то. Ну ладно, это разберемся. Вот достаем. Достаем. А. С одного раза и не достанем.
Вот так вот. Достали. Достали. Так. Упаковка. Ну, упаковка, наверное, нам уже больше не пригодится. Так. Так, так, так. Смотрим. А. Вот здесь даже освещение какое-то нужно есть. Значит, шнур. Ну, метра полтора, наверное. Метра полтора. И вот здесь особенность такая вот. Видите, большой камень. Большой камень. Вон идет двигатель, редуктор, камень. И здесь вот малый камень. Ну, малый камень, по всей видимости, он где-то одинаковый, как и эти. А большой побольше. Сейчас посмотрим. Тоже крепление стандартное. Можно где-то его на винты посадить, на болты посадить. Ну так, на вид вроде бы ничего. Сейчас включим, посмотрим. Включим, посмотрим. Так, включили. Испытываем. Так. Ага, ага. Ну вот, на большом камне, через редуктор, если, значит, кто-то работал на промышленных станках, конечно же, он крутится не очень быстро. Не очень быстро. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим. Главным образом-то приобретали его из-за большого камня. Ну, вот подсветка, конечно, она, может, и хороша, а может, и не нужна. Посмотрим. Ну... Ну, будем так, что хорошо, на нем металл не перегреешь, это точно. Наверное, скорее всего, вот, будем использовать вот этот камень, видите, вот. Ну, вот здесь доступ, с этого камня доступ, видите, хороший. Получается, если здесь доступ не важный. Почему? Потому что вот двигатель упирается. Двигатель упирается. Здесь вот тоже доступ хороший. Видите, можно и так, очень хорошо. Очень хорошо. Но опять же маломощный. А здесь уже мощность посолиднее, видите? Вот. Вот. Ну, будем говорить, что этот камень работает очень хорошо, а большой. Ну, может быть, где-то что-то подправить. Где-то что-то подправить и можно, но будем так говорить, что мои надежды не оправдались насчет большого камня. Я думал, что он будет повеселее работать-то. Ну, где-то чего-то, может быть, и пригодится. Вот, смотрим. Но это практически как вручную. Вот то же самое, но вид сбоку. Единственное положительное, что здесь металл не перегреешь. Вот это да. Вот это вот он. Вот видите. Но может еще к нему надо приловчиться. Мы к нему приловчиться. Ну, сделаем выводы. Сделаем выводы. Что если кто-то, значит, решит приобрести данный станочек, вот малый камень очень хороший, очень хорошо работает, и доступ хороший, можно и ножичек подточить, и топорик подточить. А большой камень, ну что, будем говорить, где-то удовлетворительный, так, будем удовлетворительный, можно где-то что-то им поправить тоже. Но вот в комплексе станков, если когда, допустим, не один станочек, а 2-3, то как раз их поставить, то можно любой инструмент наточить, поправить, и все будет хорошо. Значит, делайте выводы для себя сами. Кому какой станок будет по душе, тот и приобретайте. Ну, еще раз напомню, что этот ветеран у меня лет 30, и еще, наверное, столько же поработает. Ну, этот только вот приобрел, давно собирался. Ну, будем говорить, что будет нужный, недорогой. Можно приобрести. А если чисто только для дома, не в гараже, не на даче, чисто вот не строить что-то там, а чисто вот где-то ножичек поправить, сверлышко поправить, то, думаю, достаточно будет вот такого
такого станка, потому что они очень дешевые где-то, ну, этот в пределах, ну, 1100, ну, этот около 1000, около 1000. Ну, этот подороже, это 4 где-то, 4-5, то есть. А этот я уже, не помню, рублей, наверное, за 35 покупал. Это долго я вокруг него ходил, но он вот приобрел, ну, по крайней мере, не жалуюсь. Вот по станкам могу сказать, что каждый станок дома, на даче сработает и будет работать вам хороший помощником будет, и я думаю, что никому не помешает. До свидания, до новых встреч. Будем вместе работать, будем испытывать новые станки. До свидания.